На Урале разбился автобус с детской хоккейной командой. В момент аварии в салоне находились 20 человек, 17 из них – дети. Вместе с ними были двое сопровождающих и сам водитель. Как сообщают в ГИБДД, 61-летний водитель отвлекся на тренера, из-за этого съехал с дороги. Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате выехал на встречную полосу, где совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием автобуса в кювет, говорят в ГИБДД. В результате ДТП травмы получили несколько детей, один мальчик с переломом позвоночника госпитализирован в больницу Нижнего Тагила. В момент ДТП мальчик был пристегнут поясным ремнем безопасности. Хоккейная команда ехала с соревнований из Каменска-Уральского в Кушву, ребята возвращались домой. Водитель пояснил, что скорость автобуса была 85 км в час, когда он отвлекся от дороги. Ему провели медосвидетельствование, он был трезв. Также при обследовании дорожных условий специалисты выявили недостатки зимнего содержания проезжей части, дорога была скользкой, со снежным накатом.